В минувшую субботу состоялся традиционный, уже третий по счету, фестиваль песчаных скульптур «Одесса Сэндфест». Местом проведения праздника стала набережная дельфинария «Немо» на пляже Ланжерон. Специально для фестиваля на набережную привезли 35 тонн карьерного песка, в котором большая концентрация глинистых веществ. Он хорошо скрепляет фигуры. Накануне песок сформировали, уплотнили и пролили водой. Подготовленный материал простоял всю ночь, и на следующий день скульпторы смогли из него лепить. Соревнования проходили среди профессионалов и любителей. В первом случае за победу с упорством и вдохновением сражались команды студентов педагогического университета, художественного училища и известные одесские скульпторы. У каждого была своя идея, которую они воплощали в жизнь при помощи лопаты, шпатки и, конечно, вдохновение. Скульпторы ваяли русалок, тюленей, героев диснеевского мультика «Ариэль» и некие фантастические создания. Всего вниманию зрителей было представлено 9 масштабных фигур. Фестиваль длился целый день, в конце которого победителям вручили награды от спонсоров. Все отдыхающие и гости фестиваля до вечера могли наслаждаться компанией сказочных обитателей мини-песочного городка, а также фотографироваться с ними на память.